Времена и события, в честь которых в селе Беседы решили установить памятный камень, происходили в то время, когда на этом месте и села-то не было. Появилось оно как раз благодаря важному историческому моменту в судьбе русского государства. Было это в далеком 1380 году. Накануне Куликовской битвы великий князь Дмитрий Донской получил известие об огромном Мамаевом войске, которое движется на Москву. После этого он решил на берегу Москвы-реки собрать беседу, то есть военный совет. Жители села Беседы, коллектив сплоченный, возникшую идею по установке памятного камня поддержали. А сама идея возникла более 3 лет назад с подачи старосты поселения Надежды Шпитонковой и совершенно случайно. Однажды я пошла за водой, иду, смотрю, идет школьников, целая бригада, говорю, что-то ребятишки к нам идут, интересно. И вдруг они останавливаются вот на этом пригорочке, экскурсовод начинает с ними беседовать. Село Беседа, почему называется село Беседы, как все это было, я этим заинтересовалась. И оказалось, что вот сегодня нашему селу 640 лет. Кстати говоря, церковь Рождества Христова в Беседах, которая находится в непосредственной близости от этого места, также была возведена в честь событий 1380 года. Теперь в селе есть новая достопримечательность. Памятный камень появился в Беседах при непосредственном участии администрации и депутатов Ленинского городского округа. Установка памятника производилась силами муниципальной компании «Дорсервис». Просто была просьба жителей и, естественно, просьба главы отреагировать, помочь сделать памятник. На всю работу ушло порядка около 2 недель. И на эту всю работу около 10 человек. После торжественного открытия памятного камня над ним был произведен обряд освящения. Присутствовавший на церемонии глава Ленинского городского округа Алексей Спасский отметил, что увековечивание исторических событий важно для жителей муниципалитета. Это любовь к малой родине, без которой любовь невозможна к родине большой. Пусть это место, оно станет точкой притяжения и для местных жителей, и для наших гостей. И пусть прославляет и село Беседа, и Ленинский край. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.